Когда фотопленка айфона уже подзабилась, оплатить деньги за дополнительные 100 гигабайт хранилища совсем не хочется, все мы приходим к гениальной идее – перенести свои фото и видео на компьютер. Подключаем iPhone к компьютеру, жмем «Доверять». И на этом все. Мы начинаем лезть в iTunes, пытаться что-то как-то криво синхронизировать, но все равно ничего не получается. И, казалось бы, легче бросить свою затею и потратить деньги на дополнительное место. Но не спешите с выводами, потому что есть отличная программа как для Windows, так и для Mac, которая без труда перенесет ваши фото, видео, музыку, контакты с айфона прямо на компьютер. На примере своего устройства я все и покажу. Первое, что мы делаем, это подключаем iPhone к компьютеру. Ну или если он уже подключен, то оставляем его в таком состоянии. После этого программа сама определит, какой у вас телефон и предложит несколько быстрых вариантов переноса данных. Например, можно выбрать экспорт фото на ПК в один клик. И тогда программа автоматически создаст папку и выкачает всю фотопленку на компьютер за пару секунд. Но если, например, вы хотите перенести не всю фотопленку, а, например, только видео, для этого просто переходим в раздел управления, и в нем отображены все файлы с вашего айфона. Здесь есть фото, аудио, видео, подкасты, контакты и даже установленные приложения. В общем, функционал действительно большой, если вам нужно периодически добавлять или выгружать файлы с телефона. Выбираем категорию фото и видим, что вся фотопленка у вас как на ладони. Можно экспортировать либо все элементы, нажав на вот эту кнопку, либо выбрать те конкретные файлы, которые вам нужны. Очень удобно, что можно задать свои параметры экспорта фото и видео, нажав на кнопку «Настройки экспорта». Здесь вы выбираете, в каком формате вы хотите экспортировать ваши файлы. Я выберу JPEG формат для обычных фото и такой же формат для живых фотографий. Если вы экспортируете видео, то также можете выбирать между двумя форматами. Но я все-таки советую выбирать первый, так как он подходит для большинства плееров. Применяем параметры, проверяем, точно ли все файлы мы выбрали, и жмем кнопку «Экспорт». После этого программа спросит, куда вы хотите экспортировать файлы. Можно создать новую папку или выбрать уже имеющиеся. Жмем «Сохранить», и все выбранные фото и видео успешно экспортируются на компьютер. Можете сами в этом убедиться. Таким же образом можно переносить музыку, книги, подкасты и любые другие медиафайлы с вашего телефона и наоборот. Программа очень проста и понятна в использовании, и поэтому, если вам необходимо быстро перебросить ваши файлы с айфона на компьютер, и при этом, чтобы все было максимально легко, то обязательно попробуйте воспользоваться этой программой. Ссылку на нее я оставлю в описании и в первом закрепленном комментарии. Работает программа как для Windows, так и для Mac. На этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях.